Отец, на что тебе деньги нужны? На водку? Ты деньги спрашиваешь? На жизнь. Пьешь, наверное, да? На жизнь, вот сюда вот это. Не, серьезно. Серьезно, я говорю? У тебя пазе есть, нет? На жизнь, нет, только на жизнь. Только на хлеб, и только на что. Ну, хоть кусочек хлеба. Нет. А что ты, смотри, что инвалид, тебе государство не помогает? Она помогает, умно. Ну, выпиваешь, да, тебя пахнет алкоголем. Чуть-чуть, ну, а мы, а кто не выпивает? Кто не выпивает? Ну, не знаю, я не пью, например. Я не пьющий. Значит, ты только пол жизни прожил. Пол жизни? 40 лет. Все обалдело, поборвали. Нет, серьезно, скажи. Пол жизни ты прожил. Не, скажи, я просто сейчас смотрю, каждому может что-то такую ситуацию оказаться. Ты жизнь вообще не видал. Да? Конечно же. А сколько вам лет? Мне уже за 70. За 70? Я не знаю. Сколько вы? Ну, 64. Молодой, да? 64, ладно. 64? Конечно. 57-го года. Рассчитай. Конечно, посчитай. Не военный, нет? Или изменяется? Я войну только немножко пережил. Не, просто... Все, Бордео, Хубар, Мадат. 54, 57-го. 4-5 лет я уже был только под войной. Посмотрю, у тебя изменений, ну, не хватает, конечности, как бы. Я почему и спросил. Пойдем, выйдем, поговорим. Пошли. Насчет войны. Сейчас мне оплатить надо, подожди. Я тебе полтишок дам. Подождешь, я тебе полтинник дам, да. Ну, ладно. Меня Евгений зовут. Владимир, если ты я. Что, чему вы так? Я не скажу, что это не унижение, а что у вас вот так вот? Ты помогаешь государству вообще? Честно сказать? Да. Человеком отношения. В смысле? Разговор. А про войну вы говорили, я могу рассказать. Вы на войне? Мне нога уже отлетела. На войне. На войне. А что за война? Где? Ну, не самая великая, но все равно. Молодец. Международная. Чечня. Чечня. Какая волна? Вторая. Я уже первую. А, давайте выйдем. Давай здесь постоим. Или, может быть, по 150. А? Я не пью. Я же говорю. Налей мне 100 грамм. Отец, я тебе давай денег, да? И ты купишь. Держи. А если только ты купишь, то я с тобой поговорю. А почему ты не можешь сам купить? Ладно. Я только бегать. Бегу. Да, ну, я просто тебе больше дать не могу, к сожалению. Так я про это и говорю, что я вот пока ухожу за вином, а ты уже домой пойдешь. Давайте мне вкратце. Жены тебя ждут. Отец, я тебе желаю, чтобы людей почаще на пути встречалось, нормальных, которые тебе помогут. Это, я не считаю то, что ты попрошайничаешь или что-то. Я считаю то, что ты людей много, нормальных людей. А ты видел, что я попрошайничаю? Тебя ситуация так вынудила, правильно? Это ситуация одна. Ну, не важно. Сидеть вот так вот, ну просто вот так, из-за ничего. Я тебе хочу... Потому что ни денег, ни работы. На пенсию какую-то получаешь, по-моему? К сожалению, и ноги нет. Извини, пенсию какую-нибудь получаешь, по инвалидности? Честно сказать, и за 100 рублей только 10%. В смысле 10%? А это уже 25 рублей.
Нет, пенсия от государства уже такой. Да, уже 25, уже 25, 75. Да. Но я понял твой юмор, немного такой черный. 25 рублей 75 копеек. А ты не юмор ты не помнишь. 75 копеек это, а не рубль. Ты мне расскажи лучше, давай ты мне расскажешь и пойдешь. Ты своей дорогой, я своей.